Прежде чем рассказать о конкретном продукте и о линейке, я хочу рассказать в целом о подходе новой волны к созданию продукта. И прежде чем я к этому перейду, немножко тоже расскажу о себе. Меня зовут Алена Вавилова, я нутрициолог, хелс-коуч, да, действительно, я спикер по вопросам здоровья, но я не всегда работала в этой области. Дело в том, что в нутрициологию я пришла 5 лет назад, благодаря тому, что решила свои собственные проблемы со здоровьем. У меня была анемия, у меня гипотиреоз был, у меня аутоиммунное заболевание, которое, благодаря которому моя иммунная система считает, что щитовидная железа – это что-то лишнее, и сейчас оно у меня в ремиссии. И для того, чтобы улучшить свое здоровье, а я его улучшила просто колоссально, то есть мне сейчас 33 года, и я себя чувствую в разы лучше, чем когда мне было 23 года. Я использовала для этого добавки, я работала с питанием, я обогащала его суперфудами, и я знаю, как это все работает. И когда я смогла помочь себе, меня это настолько вдохновило, что я стала нутрициологом и теперь занимаюсь этим профессионально. И когда я познакомилась с продуктом новой волны, я действительно была очень впечатлена, потому что на рынке есть очень много продуктов, которые созданы для обогащения рациона, но при этом, когда начинаешь смотреть состав, оказывается, что не все так просто. И я здесь хочу особо акцентировать внимание не только на том, а как продукт работает, но и расскажу, почему он работает, из чего он состоит и какие же в нем, в каждом из них есть рабочие компоненты. Итак, в целом про подход к продуктовой линейке. Дело в том, что все те продукты, с которыми я буду вас знакомить, объединяют некоторые, скажем так, ценности. Да? Во-первых, это технологичность. Вообще мне нравится здесь сочетание технологичности и натуральности. Про технологичность. Дело в том, что основа создания продуктов и залог их эффективности – это современная медицинская база. И опыт тех людей, которые создают у нас продукты, а мы сотрудничаем с ведущими российскими учеными, которые известны далеко за пределами России. И именно благодаря им эти продукты настолько рабочие и действительно настолько классные. Мы используем современные разработки, мы используем липосомальные формы, активные формы, если речь идет о витаминах или активных веществ, которые влияют на всасываемость. Они улучшают всасываемость, а значит и работу продукта во много раз. И это тот подход, который используют передовые производители добавок по всему миру. И вот эта технологичность сочетается с натуральными ингредиентами, потому что, ну, природа действительно мудра. Вот если возьмете поливитамины, например, какие-то в аптеке, и посмотрите на состав, вы увидите там, например, ну, 30 компонентов, да, и будет казаться, что это так много, что это так круто. Но если мы возьмем дикую лесную ягоду, то в ней будут тысячи активных веществ, которые нам нужны абсолютно не меньше, чем известные витамины и минералы. Нашему организму, помимо витаминов и минералов, нужны и натуральные биологически активные вещества. Мы их называем фитонутриенты. И для того, чтобы получить эти вещества, мы используем в изготовлении наших продуктов суперфуды. Суперфуды означает, что мы используем продукты, которые содержат, у которых высокая плотность содержания этих самых фитонутриентов. И вот смешение вот этой технологичности, да, то есть с одной стороны мы используем классические витамины, но мы их используем в самых доступных формах, когда они всасываются, несмотря на, например, какие-то особенности работы желудочно-кишечного тракта. И мы используем это вместе с натуральными ингредиентами, где мы понимаем, что полезных веществ, их плотность намного-намного больше, чем любых поливитаминах. Второй момент, который я хочу рассказать, это качество и экологичность. Мы используем лучшее производство, и это касается всего мира. Производство компонентов продуктов находится по всему миру. Это и японский коллаген, это и российские гуминовые кислоты, и у этих продуктов высокая себестоимость. Это значит, что это действительно качественные продукты и, главное, качественные компоненты, потому что себестоимость – это как раз то, сколько нам стоит найти вот эти классные продукты по всему миру, привезти их, собрать вместе,
чтобы получился готовый рабочий продукт. Итак, сейчас хочу представить именно тот продукт, благодаря которому я пришла в компанию. Это продукт Ion Wave. И меня действительно восхитил тот микс, который он из себя представляет. Во-первых, для чего этот продукт? Это функциональный напиток, в котором, опять же, смешаны технологии и натуральные компоненты. Его активные свойства, во-первых, это работа с иммунитетом. Работа с иммунитетом идет через работу с микробиотой и через противовоспалительные компоненты, которые содержатся в этом напитке. Это очень хорошая противовирусная защита. Второй момент – это улучшение работы митохондрии. Это митохондрии – это такие органеллы, которые находятся у нас в каждой клеточке, и они ответственны за производство энергии. Если митохондрии работают плохо, у нас нет энергии, мы хотим лежать, не хотим утром вставать, идти на работу или общаться с детьми вечером, потому что у нас нет на это энергии. Митохондрии производят энергию, и им для этого нужны определенные вещества. В Ion Wave содержатся оргкислоты, которые напрямую поступают в митохондрии и улучшают их работу. Я думаю, что вы наверняка слышали о таком веществе, как янтарная кислота. Вот это как раз в том числе содержится в Ion Wave. Также здесь есть витамин С, который как раз работает и с иммунитетом, и дает надпочечникам энергию, подкармливает надпочечники. И в целом это помогает улучшить метаболизм и пищеварение. А еще вот в этом небольшом флаконе содержится 2 килограмма ягод и сок нони. То есть в одной этой бутылочке вы найдете 2 килограмма ягод. Я думаю, что мало кто ест столько богатых лесных ягод в своем рационе. А дело в том, что нам они очень сильно нужны. Вообще-то, если мы представим рацион, который был бы у нас, например, 100 лет, 200, 300 лет назад, в сезон мы ели бы много-много ягод. Это было бы частью нашей, как бы нашего постоянного рациона. И это именно те кислоты, которые нужны нашему кишечнику, это те кислоты, которые нужны нашему ЖКТ для улучшения пищеварения и еще нашей печени для того, чтобы она могла осуществлять процессы детокса. Следующий продукт, с которым я вас хочу познакомить, это Noni Ultra. Noni Ultra – это тоже функциональный напиток, который сочетает в себе технологичность и натуральные компоненты. И что он из себя представляет? Это напиток для повышения функции мозга и когнитивных способностей и улучшения нервной системы. Не забываем, что мозг – это часть нашей нервной системы. Чем у нас лучше работает нервная система, тем у нас лучше когнитивные способности, тем лучше мы запоминаем информацию, быстрее ее обрабатываем. И главное, тем лучше у нас настроение и в целом настрой на жизнь. В этом напитке содержится сок нони, это, собственно, основа этого напитка. Нони – это суперфуд, который является самым мощным антиоксидантом, и помимо этого у него еще есть эффект антистресс. Он даже снимает немного боль, снимает боль. То есть, например, если есть головная боль, то этот напиток может вам помочь. А второй момент. Здесь, опять же, содержится оргкислоты. Это самая янтарная кислота. Это значит, что будет улучшаться энергообмен и будет энергия. И еще здесь содержится дмая. Дмая – это производная холина. Это тоже натуральное вещество, которое мы, например, получаем, когда мы едим яйца или морепродукты. И оно нам нужно для улучшения связи между нейронами, между нервной системой. То есть то, насколько быстро действует наш мозг как раз зависит от этого вещества. И этот микс делает продукт уникальным и дает нам еще возможность не просто улучшить когнитивные способности, но и улучшить наше настроение и улучшить адаптацию к стрессам. Причем как к умственным стрессам, так и к физическим стрессам. Следующий продукт, который я очень люблю, это коллагены. Здесь вы видите 3 коллагена. Вообще у нас прямо это линейка коллагенов. И в каждой бутылочке вы найдете высокодозированный коллаген. Дело в том, что от того, насколько коллаген, точнее, на то, насколько коллаген хорошо работает, влияет 2 фактора. И они очень важны, и их нужно учитывать, когда вы выбираете для себя коллаген. Первое – это дозировка. Чем больше коллагена, то здесь вот прям пропорционально есть эффект. То есть есть исследования, которые говорят о том, что 5000 коллагена работает лучше, чем 1000, и 15 работает лучше, чем 5. Здесь в каждой баночке вы найдете
15 тысяч миллиграмм коллагена, то есть это высокодозированный коллаген, и я такой на рынке больше не встречала. Соответственно, первое, на что стоит обращать внимание, это дозировка. Второе, на что стоит обращать внимание, это так называемые кофакторы. Кофакторы – это те витамины, минералы и вещества, которые нужны для синтеза коллагена. Потому что когда мы пьем коллаген, он не встраивается напрямую у нас в кожу, там, например, в щечку. Он должен перевариться, он должен всосаться, он должен поступить в клетку в виде аминокислот. То есть у нас коллаген разбирается нашей пищеварительной системой на аминокислоты, на такие маленькие кирпичики. Поступает в клетку, а в клетке он из этих кирпичиков собирается обратно в коллаген при участии определенных витаминов. И самый важный витамин в этой цепочке – это витамин С, потому что витамин С помогает сшивать коллагеновые волокна. Без витамина С у нас они будут рыхлые, они не будут синтезированы должным образом, их синтез будет в целом замедлен, но еще и они будут не совсем, скажем так, эластичные. Например, если вдруг вы знаете, что вот такой вот яркий маркер дефицита витамина С – это большое количество синяков, кровоточивость десен. Почему это возникает? Да как раз потому, что коллаген, который образует в том числе выстилку сосудов, а не только помогает нам избавиться от морщин, как раз становится вот таким вот рыхлым без витамина С. И как ни странно, в своей практике я сталкиваюсь с тем, что дефицита витамина С очень и очень много, и он действительно часто встречается. Так вот, здесь прям хорошая дозировка витамина С, и вы будете уверены, что этот коллаген работает как раз потому, что витамин С будет закрыт. Ну, дефицит, возможно, по витамину С будет закрыт. И при этом, вот я сказала про то, что есть линейка, да, то есть вы видите три продукта. С одной стороны, база одинаковая, везде есть витамин С, везде есть очень хорошая доза коллагена. И еще везде есть сок плодов нони, который здесь добавлен как антиоксидант, а значит, помогает снижать окислительный стресс и количество свободных радикалов и замедлять старение. Везде есть гиалуроновая кислота, потому что нам для упругости кожи нужен не только коллаген, но и гиалуроновая кислота. Но еще в каждой из этих баночек, в каждой из продуктов этой линейки есть особые свойства. Есть коллаген анти-эйдж, в котором максимальное количество кофакторов. Да, витамин С – это основной. Но есть еще витамины группы В, есть еще магний, цинк и медь. И все это поможет производиться нашему коллагену активнее. Есть коллаген Energy, в котором содержится L-карнитин, который помогает переработать наши жирные кислоты, то есть те жиры, которые мы потребляем, или, может быть, те, которые находятся у нас вот в жировом депо, и переработать их в энергию. И также содержится экстракт гуарана, который нам дает такой мягкий выброс энергии. Мы можем это использовать вместо кофе. Это будет более бережно для наших надпочечников. И есть коллаген Slim, который содержит пикелинат хрома и снижает тягу к сладкому. И в целом снижает аппетит. И мы можем даже использовать вот эту баночку вместо одного приема пищи. Следующий коллаген – это наша новинка, и это коллаген Brain. Это мой любимчик. Не знаю, можно так говорить или нет, но это действительно мой любимчик. Дело в том, что у него в составе, помимо высокой дозы самого коллагена, то есть у него сохраняются все свойства anti-age, которые, да, мне нужны, например. То есть это будет и высокая доза опять коллагена, и гиалуроновая кислота, и витамин С. Но помимо этого здесь будет содержаться радиола розовый, экстракт радиола розовый. Это адаптоген. Адаптоген – это такие добавки, которые помогают нам адаптироваться к стрессу, улучшая взаимодействие между важными системами организма, между нервной системой, гормональной, эндокринной. Наверняка вы знаете такие адаптогены, которые широко используются в медицине. Женьшень, элеутерокок, радиола розовая. Вот это, на самом деле, даже активно использовалось и в советские времена, и ныне. Но они обладают немножко разными свойствами. Да? У каждого адаптогена есть как бы свои нюансы. За что я люблю именно радиолу розовую? Во-первых, у нее нет противопоказаний. Многие адаптогены нельзя при, например, аутоиммунных заболеваниях. У радиолы розовой такое ограничение нет. И помимо того, что она помогает улучшить концентрацию, адаптироваться к стрессу, у нее есть такой вот эффект не только улучшения концентрации, но и успокоения, повышения настроения. Она даже улучшает сон. Поэтому здесь выбор очевиден. Также в коллагене Brain
Он полностью называется коллаген Anti-Age for the Brain, то есть мы и заботимся о том, чтобы сохранить свое тело с точки зрения Anti-Age стратегии и свои когнитивные функции. Витамин В6 – это такой классический витамин для нервной системы, который необходим для работы мозга в первую очередь, но на самом деле и для работы нервной системы, и для множества других процессов от детокса печени до выработки энергии. То есть витамин В6 работает у нас не только, скажем так, в одном процессе, это мультивекторный витамин. И следующий продукт – это будет Black Wave. Если вы задумывались о детоксе, то это тот продукт, который вам нужен. Дело в том, что он состоит из гуминовых и фуливовых кислот. Что они делают? Они помогают детоксу на уровне клетки. Вообще, как это работает? Нам же вот все, что мы едим, все витамины и минералы, которые мы потребляем, они работают внутри клетки. Они должны зайти через мембрану клеточную, проникнуть внутрь. Клетка из них синтезирует какие-то белки, у нее проходят свои процессы, и в результате этого образуются вещества промежуточного метаболизма, которые нужно удалить. Мы их называем токсинами, внутренними токсинами, то есть они образуются вследствие нашего естественного метаболизма. И для того, чтобы у нас в клетку заходили лучше минералы и витамины, и из клетки лучше уходили токсины, как раз используются гуминовые и фуливовые кислоты. Они делают мембрану клетки более проницаемой и помогают, с одной стороны, протаскивать туда питательные вещества, а с другой стороны, легко удалять как раз токсические вещества, которые образовались внутри клетки, выводя их в межклеточное пространство. А в межклеточном пространстве у нас находится межклеточная жидкость, которая собирается потом в наши кровеносные сосуды или в наши лимфатические сосуды и уже удаляется из организма и отфильтровывается. То есть это детокс на уровне клетки. Следующий продукт, даже линейка продуктов, которые можно использовать, и которые тоже связаны, кстати, с детоксом, это HeatWave. Это линейка на основе хитозана. Хитозан – это производная хитина. Наверняка вы слышали это слово на уроке биологии. Хитин содержится в панцирях раковых и обладает уникальными свойствами. Первые свойства – это сорбация. И поэтому я здесь опять говорю про детокс. Дело в том, что хитин может выводить тяжелые металлы. И тем самым, опять же, вот Евгения упомянула, что пройдя просто по улице мы можем надышаться выхлопными газами, это будет нагрузка на нашу детокс-систему, и это те продукты, которые призваны нам помочь скомпенсировать ту жизнь, которую мы ведем, потому что большинство из нас живет в городах, и мы не можем избежать этой токсической нагрузки. Так вот, хитозановые комплексы, возможно, дают возможность выведению таких вот тяжелых металлов из организма. При этом они улучшают всасывание в кишечнике. Каким образом? Дело в том, что они работают с микрофлорой. Вот здесь вы видите продукт не жвачка. Он работает очень хорошо с микрофлорой области, хотел сказать, области рта, но это звучит очень странно, с микрофлорой рта. И что на это влияет? Да? Это про запах изо рта, это про налет на языке. И дело в том, что когда мы работаем, опять же, с нашей ротовой полостью, с микрофлорой, мы на самом деле меняем микрофлору всего нашего ЖКТ. И Pumpkin Boom, Cherry Boom – это два микса, которые помимо хитозана, а значит, помимо того, что они будут работать с микрофлорой в ротовой полости и в кишечнике, содержат еще экстракты тыквы и горечи, и вишни. И в первом случае это будет влияние на печень, потому что горечь нам нужна для хорошего желчетока, для хорошей работы печени. Во втором случае это будет поддержка нашей иммунной системы. И последняя линейка, о которой я хочу рассказать, это линейка косметики, действительно деликатес для вашей кожи. Она направлена на сохранение упругости и молодости кожи. Дело в том, что в основе лежит экстракт черной икры, поэтому она как раз деликатес. Она питает, делает ее более блестящей, молодой, сохраняет вот такое вот естественное увлажнение и блеск. При этом еще содержит пептиды яда змеи, которые как раз обладают мощным лифтинг-эффектом. На этом я заканчиваю свой рассказ про продукты новой волны. Надеюсь, что мне получилось передать вам ту любовь, которую я испытываю к этим продуктам.